Мам, это он? Не знаю, сынок, погоди. Кто там? Я застрял ночью в дороге. Попросился на ночлег. Уютная изба, гостеприимные хозяева. Ждут отца с войны, он без вести пропал. Ты же видел, как он на тебя глядел? Ух, сразу видно, холостой. Знаешь, Андреич, эти твои шутки ни к чему. Настя, мне нужна. Ты же вырастешь, будешь носить. Не будет жизни, Сереж. Не буду я с тобой. Не смогу. Она мужа ждет. Да некого ждать. Батя! Если надумаешь уйти, я держать не стану. Травлю! Подговорил портрет уронить, а в награду часы сунул, понимаешь? Пройдемте с нами. Зачем тебе моя баба? Она это не заслужила. Ты лучше молчи. Ты меня не пугай. Я, в отличие от тебя, всю войну прошел. Вот и до. Надолго? Навсегда. Примешь? Ты мне вообще никто. Иди сюда. Ой, ой, не надо. Вырасту, убью. А ты такого беспонтового-то нашла? Чтоб больше не лез, а то схлопочешь. А я не к тебе шел, а к отцу. Мне твой батя не нужен. Забирай. Батя! Отчим.